500 красноярцев поучаствовали во всероссийском полумарафоне «Забег». Для сравнения, в прошлом году на старт вышли 2000. В ограниченных условиях бежали жители Железногорска, Сосновоборска, Дивногорска и других городов. В Красноярске старты состоялись на острове Татышев. На длинных дистанциях маршрут охватывал Вантовый мост и Центральную набережную. Всего было 4 дисциплины – 1,5 километра, 5, 10 и полумарафон. Из-за пандемии бегунов к участию допускали только со справкой об отсутствии коронавируса. Судьи и организаторы были в масках и перчатках. На старт вышел и глава города Сергей Еремин. Добавлю, цель полумарафона – войти в Книгу рекордов Гиннесса с самым большим количеством городов-участников в беговом мероприятии.